весной вертает, начинает. Инициатируемый будет них. Но он пошагал. Торопим. Пошевелили. Остановились. При команде поводья тянем на себя. В одной руке чембур, в другой руке поводья. Всем все ясно. Ноги далеко в стремена не засовываем. То есть вот так вот их не надо совать. На носки. Да. Держим вот на носочки. На стремена где-то привстаем. Амортизируем, чтобы попе было легче. Всем все ясно, понятно? Вопросы? Нет. Нет? Вопросов нет, вопросов. Пока нету. Пока. Ну, по ходу движения, если будут вопросы, спрашивайте. А все передвижения только шагом, временами рысь, либо с трусой. Будем передвигаться в колонии друг за другом. Сейчас потихоньку выйдем, да, из постоянки. И желательно коней направить друг за другом, чтобы они стали не справа. И все, как бы между конями держим дистанцию 1,5–2 метра. Так, и еще какие возможности. Ну, пока вроде все. По ходу движения будут вопросы, спрашивайте. Главное, на коня ничего не вешайте, пожалуйста.
Да, на коне как бы лишний вес, чтобы она не болталась. Так, ну, у кого опыт имеется небольшой хотя бы? Да, это был когда-то, ну это давно, было давно. Давно неправда, да? Да, это уже надо заново все. Так, про селфи палки я говорил. Ну и резких движений на лошадях не делаем, руками не машем, лезгинку не танцуем. Ну, в первое время все равно вам надо будет с конями подружать. Какой у вас? Пойдем. Поехали на... Давай вперед. Сегодня так. Не-не-не-не. Поводья на себя, все. Он остановился, поводья отпустили. Да все, хорош, 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 хорош. Все, все, все. Подальше, подальше. Thank you.
назад. Запах-то какой. Сейчас речку будем переходить, по ходу дела. Давай, не бойся. Фига тут, блин, лаги. Офигеть. Офигеть.
Не хотелось бы мне упасть. Да. Куда пошел-то? Так, давай, в другую сторону, подальше идем. Поехали. Йод, зеленка, зеленка, бинт. Ага, это не поможет. Это открытые. Есть что, я скину тебе видео. Давай. Куда? Вообще. Блин, что-то 100% в зарядке. Все ноги мне помыло. Так.
Давай, давай, давай. Левее. Чё тебе прям так хочется? Тут за ними идти. Thank you.
давай догоняй, говорю. Дождик такой, офигач. А, ты хочешь покушать? Ну покушай травку. Покушай. Там кто-то свалился. Не знаю, кто-то упал, походу, опять. Куда пойди? Отойди сюда. Поехали отсюда нафиг, блин. Блин, а что все аккумуляторы посаженные? Никак не поймал.
холодный воздух уже. Это я. Не падать вообще не хотел. Может там проесть куда-нибудь справа, влево, а то как-то на склоне такой себе стоять. Нифига себе, ты чё камнем кидаешься? Thank you.
Ого, там спуск. Ого. Офигеть. Первый раз кепку брал. Мы, походу, на самый верх пойдем, вот туда. Откуда речка эта идет? Пойдем подальше и попьем. Oh,
нас тут град. Ветки одни. Давай, иди, блин, смотри вниз. Да, конечно, надо именно тут траву пожрать. Вообще, место идеальное. Я тоже так бы сделал, на самом деле. Давай повыше подниму. Он решил срезать путь. Так, я глаз вот этот, я вклинусь к вам. Давай, 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 давай. Давай, мы держим пока. Тихо. Нифига ты даешь, конечно. Давай, давай. Да траву ты куда жрать? Мы чуть не упали ее. Вот траву жрем. Чего? Я нормально. Я как хотел. Не спешивайся тогда. Тогда не спешивайся. Блин, вот зачем спешиваться? Я бы не упал, если бы не спешил. Ой. Прям отбил все полупочья. Не, я себе ничего не отбил. Я так просто прокатился по земле. Вот, ну я не знаю, можно было доехать спокойно, не слазить. Нет, там просто почти упал, даже она прям уже вот так вся прям пол. Они им начали включить. Они мне сказали нас. Угу. Ну, еще дурачок. Вон Вова идет. Вот горы. Фу, блин. Мы все-таки забрались сюда.
Это было офигительно тяжело. Ой, простите. Нам, скорее всего, вон туда. Ну чё, Вов, как? Как оно? Какие виды? Опа! Давно не сидел на острых камнях. Чё, они там ещё далеко внизу? А вон уже поднимается.
Да нет, траву тут не надо жрать, пожалуйста. Давай, стоп, поехали. Жесть. Дождик еще фигачит. Ладно. Thank you.
Офигеть. Давай, давай, давай. Ой, блин, ты чё жрёшь-то? Жрёшь, не жри, блин. Тут, ёб твою мать, спуск, блин. А она жрёт, блин. Ну как, Вов? Да ёб твою мать. Ну ё-моё. Да, она попить решила, Вов, как обычно. Лагерь чей-то. Спустя 5 километров. Вот тут я бы полетал на самом деле. Я бы вон на самый верх был туда бы поднялся. А он белух. Охренеть. Ёпта у нас. О. Вов, ты как там? Вов, я понял, почему на сайте 4 из 5 звезд стоит. Ты об деревяшку, что ли? Ну, у меня об дерево. Ну, ты поаккуратней. Вов, я знаю, почему 4 звезды из 5. Знаешь почему? Потому что это опасность, а не сложность. Блять, это опасность. Стой, блядь, да. Чего? Чего ложка-то? Что надо? Пожрать, да? Ну, жри, давай. Чего? Теперь у тебя симметрия или об тоже больное? Ну, я думаю, что теперь будет симметрия. У меня еще в это время комар за ухом задал. Я знаю, что они всем скроют. Ладно. Ой, блин, еще круче спуск. Вообще спуски космические.
ты намыл сто кирпича. Вода. Давай, иди. Сейчас бутылочки пива будет подъем. Вот она, он идет, блядь. Жигулевский. Сейчас, подожди. Давай покажи, класс, как нужно подниматься сюда. Ну, подальше держаться, а то вдруг он упадет. Вот здесь спускаться уже. Да и подниматься не легче. Смотри, как он отдал ты газу-то. Отдыхаем. Какой отдыхаем? Вперед. Пока идем, куда-то вперед. Ух ты, кто-то. Тут кто-то падал, по ходу дела. Вид, конечно, классный. Аккуратней там, кто-то уже упал. Дай угадаю, вот здесь? Да.
что тут день-то считаешь? Самое место нашел. Виски думаешь? Я думаю, вообще сколько у меня наличных с собой? Я брал-то 6 вроде. Сколько осталось? Офигеть, так гора выглядит. Классно. На всякий случай брал же. Он поднялся, ура. Давай перерывчик. Какой перерывчик? Может тут вон камни. Пойдем. Там перерывчик сделал. Ох, ёпта. Чё, свой камень, что ли, тоже собрать? О, я помню это место. Капец, то спуск. Вообще обрыв, просто обрыв. Да, прям этот резкий обрыв? Да. Но я близко не буду подходить. О, нифига себе. Мышь. Или кто это?
Знаешь, что такое тяжко подниматься? Давай сейчас покажу. Что такое тяжко подниматься? Блять, вон там тропинка. Ты полез. Ё-моё. Ветер уже холодный. Надо одевать куртку.
А? По одному, помнишь? Да, я знаю. Пойдем. Ох, ё-моё.